в другой комнате, и он не знает, что мы с тобой записываем. Я думаю... Идеально! А вы тут меня... Я вам такой скандал учиню! Всем привет, друзья! И мы тут заметили, что нынче пошла такая мода представлять Йоши в таком интересном костюмчике, да и много артов вы тоже рисуете с таким костюмчиком. И мы с Ланой решили, почему бы не воплотить это в жизнь. Да, Лана? Привет! Да, я привет! Очень хотела бы увидеть, как это выглядит на самом деле, и поэтому мы тут с Ульяной, которая немножко Йоши, уже голые, и пойдем, наверное, выбирать какой-нибудь костюм скорее. А то время закончится. Так, Ульян, мне кажется, сюда. Так, ну давай. А вот здесь, мне кажется, может быть что-то подобное. А пока что я, ну, правда... Нам нужно что-то такое черно-белое, да? Да, и такое очень-очень, не знаю, ну вот я не вижу пока что ничего. В принципе, может быть, вот что-то такое, вот как будто бы, ну, тут скорее больше серое, да, чем черное. Ну и вообще, да, как-то не очень подходит. Вот это, мне кажется, подошло бы чуть больше, вот это, но оно не вот черное, это? Да, я даже не знаю. Слушай, как-то нам сейчас не очень... О, Ульян, вот это бери, то, что нужно. Вот это? Да. Так, и юбку, черную юбку, так, она должна быть покороче. Мне кажется, вот эта юбка подойдет вот как никогда. Да, мне кажется, вот это вот. Ну, давай вот это попробуем. Так, она черненькая. Идеально, да-да-да, вот она. Слушай, она да. О, смотри, отлично. Классно. Так, что еще можем сделать? Ну, пока волосы. Пока у нас ничего беленького. Волосы. А, волосы. Волосы, скорее, 100 секунд. Скорее, мы должны успеть. Так, я, правда, совсем забыла, что мне тоже нужно одеться. И я вот, наверное, да, вот как-нибудь тоже что-нибудь попытаюсь надеть, наверное. Так, может быть, какую-нибудь дульку? Выбирай сама, все что угодно. Я думаю, что у тебя отличный вкус. Так, я попробую тоже вот это вот похожее изобразить. Ой, это так забавно. А какого цвета? Ну, не знаю. Как, ну, может быть... Это не важно, это же давай Йоши. Давай какие-нибудь фиолетовенькие. А, ну да, можно и фиолетовые. Так, лицо бы выбрать. А как ты думаешь, какое лицо у Йоши будет в этот момент? Так. А, мне кажется, да, какое-то удивленное. Да, или вот какое-нибудь вот из этих явно. Может быть, которое самое сверху, правое, в углу? Ну, надевай, я буду говорить. А мне кажется, вот такое бы тоже... Вот это когда Йоши переодеть. А ну-ка, ой, ну слушай, ну в принципе прикольно. Идеально, слушай. Просто. А мне кажется, на голову надо надеть... Шляпку, может быть, какую-нибудь? Да, вот знаешь, вот что-то типа, вот пойдем сюда, так сейчас волосы какие-нибудь поймаю, вот по дороге просто возьму. Слушай, ну ты, конечно, очень быстро одеваешься. Я одеваю все, что можно. Так, смотри, мне кажется... Так. Мне кажется, ай, как сложно. Ободочек какой-то. 4 секунды, Ульяна, быстрее что-нибудь надевай. Просто вот это отлично, вот. Отлично, идеально, отлично. Ну, не очень надо было похоже, беленьким оставить. Мы в следующем раунде попробуем это все, собственно, изобразить. А на самом-то деле у нас тема называется «Путешествие во времени». Вот как думаешь, в каком году Йоши мог бы так выглядеть? Какой-нибудь 1800, там, 19 век. В принципе, почему бы и нет? Ой, ты первая! Так, 5 звезд. Помаши нам ручкой хотя бы, там вот эмоции можно нажать. Ой, это очень-очень тяжело. Я не успела. Ничего страшного, ладно. Это Йоши, который не хотел нам махать, но, знаешь, ну, неплохо, но мне кажется, можно и лучше. О, ну тут ребята, естественно, путешествуют во времени. Я думаю, ну, мы... прикольно. Да, ну, я думаю, мы не будем, наверное, их оценивать, потому что тут немножко не в этом суть видео. А мы сейчас посмотрим, как ребята оценили, собственно, Йоши. А потом уже посмотрим, какой костюм можно сделать в следующем раунде. Мне кажется, там, ну, поменяют одежду и должно быть поинтереснее. А я бы хотела еще сходить в мужской отдел. Вдруг там будет что-нибудь такое черно-белое. Может быть, кстати, ну, да. Ну, похожее. Да-да-да. А я сбегаю в VIP-комнату и посмотрю, может быть, оттуда что-то можно выбрать, если бы у Йоши был доступ. Ну, в общем, я оденусь так, как мог бы одеться Йоши в VIP-комнате. Прикольно. Итак, Ульяна, какие ставки? А ну-ка. Идеально! Мне кажется, просто тут кто-то понял, мне, что да. происходит. Ой, мне очень приятно, спасибо большое. Я рада, что у нас получилось выполнить в первый раз вот так вот
сумбурно и быстро все это происходило, но мы молодцы. Да, по-моему, вообще отлично. А так, Ульян, следующая тема — выкатился из кровати. Это сейчас, получается, Йоши в костюме горничной будет вываливаться из кровати. Это что за горничная такая? Она не работает там, что ли, совсем? Ну, может быть, она только что или после тяжелой смены она решила отдохнуть. Возможно. В каком-нибудь отеле где-нибудь. Да, которая должна была убирать. Да, именно так. Ну, давай посмотрим сначала, есть ли здесь что-то такое. А, может быть, что-то вот такое вот. Вот я в таком была, мне кажется, вот это подойдет получше, смотри, вот это. Ой, слушай, да, действительно. Прямо отлично, но юбку... Это, мне кажется, идеально. Да, но юбку тоже нужно, наверное, сюда подобрать. Так, я сейчас тут гляну, что еще есть, конечно же. Так. Лен, я считаю, ту же юбку бери, или вот эту, или крайнюю самую. Вот я тоже думала по поводу крайней, но я... Маловато, кажется. Да, не наш размерчик. О, да, слушай, а выглядит прям отлично, по-моему. Лен, я тогда тебя оставляю. Волосы и лицо, я думаю, ты выберешь сама, потому что мне нужно одеться в VIP-комнате, как бы там оделся Йоши. Я считаю, что это очень-очень так, важно, давай. И ответственно. Да, это очень важная миссия, давай. А я тут уже присмотрела себе волосы опять с дулькой. О, это интересно. А я посмотрю потом, что у тебя получилось. Да, хорошо. Так, ну здесь, конечно, выбора побольше в VIP-комнате, но все равно немножко сложно, поэтому я вот выбрала кое-что, да, мне кажется, что это, в принципе, подойдет. Так, и, Улен, будешь там какие-нибудь аксессуары, может быть, брать? Ой, ну, не знаю, я сейчас немножко отвлеклась на лицо, прям вот мне так все нравится, все лица, все выражения лица, и даже не знаю, какой выбрать. Вот как ты думаешь, он должен удивляться или очень сильно радоваться? А ты думаешь, Йоши очень понравится этот костюм? Ну да, не факт. Вот тут есть такие слезки. Я думаю, вот это вот идеально будет. Мне кажется, вот это Йоши тоже подойдет, то, что я выбрала. Сейчас только волосы как-нибудь вот надо будет собрать. Даже не знаю. Ульяна, ну я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, и... Как бы получится что-то... О, я даже выбрала волосы, слушай. А мне нравится, так. Ну, я пока ищу шляпу, но что-то ничего такого интересного не нахожу. Я бы хотела какой-нибудь такой ободок, но в прошлый раз уже был. Но мне хотелось бы какой-нибудь такой, поприкольней. Ну да, это немножечко сложно. Чтобы прям подчеркивало что-нибудь. Слушай, я только что убежала от крылышек и обратно прибежала. Как ты думаешь, а у нас горничные носят крылышки? Ну, не знаю, это же Йоши. Йоши не носит ни платья, ни ничего подобного. Но я думаю, что ты можешь выбрать ему все, что ты хочешь. Почему бы и нет? Да, вот я уже выбрала. Они тоже такие фиолетовенькие. Отлично. Да, так, а я вот тоже выбрала и даже ауру, и мне кажется, что да, должно быть неплохо. В руки бы что-то еще взять, но, скорее всего, я не успею. Да, я пока тут, я слишком очень много думаю и не успею. Надо было сумочку взять. Возможно. Но я взяла корзинку для пикника, это первое, что я схватила, что мне попалось. И давай смотреть. Мне очень интересно, как ты оделась, и я думаю, что тебе интересно посмотреть, как оделась я. Да, очень интересно, как будет это все выглядеть в VIP-сервере. Так. Я вижу, как бы Йош на это отреагировал. Мне кажется, это идеально. Ну, мне прям не хватает сумочки какой-нибудь или ауры. Вот это вот я не успела сделать, надо было побыстрее. Да. Так, а вот, собственно, я. Мне кажется, слушай, а классно. Мне нравится прям большое. Подходит. И бант такой. Да, это, кстати, тоже из VIP-комнаты. Ну, то есть прям я вот, да, спасибо, я постаралась. И давай посмотрим, как оценят это ребята. Да, они тоже очень интересны. Йоши дали третье место. Ну, в принципе... А почему ты сидишь? Почему Йоши сидит? Это что-то странное. Ну, я на самом деле не знаю. Ну, он, наверное, расстроился, что третье место. А хотя, вот смотри, у нас одинаковое количество баллов, поэтому не так плохо. Да, со вторым, все верно, да. Так, ну что, я считаю, что это было неплохо, но немножко маловато, конечно, здесь. Я вот так непривычно себя видеть теперь в этой одежде. Соглашусь, мне тоже. Ну что, Ульян, ты готова к новому раунду? Всегда готова. Так, отлично. Посмотри, какая у нас категория. Посмотри. Ох!
Ну, это же, ну да. Я очень хочу посмотреть, да. Так, смотри, Ульяна, тут есть из чего выбрать даже. Слушай, они прям как знали и предлагают вот нам вот эту вот замечательную одежку. О, Ульяна, тут еще есть! Так, а ты где? Смотри! А ну-ка. Слушай, а я даже не знаю, что лучше. Давай, наверное, ты лучше это надевай, потому что, мне кажется, Ёше это больше пойдет. Ой, так, сейчас. Только сними верхнюю часть. Слушай, идеально, по-моему, то, что нужно. Надевай давай скорее юбку. Так, ну прикольно. Слушай, да, мне тоже нравится. Так, и я возьму вот ту юбку, которая на тебя не налазит. Так, ну я, наверное, сейчас возьму какой-нибудь хвостик, а то как бы дулька и дулька неинтересно. А, да, я думаю, что можно вообще даже немножко как-то так вот чуть распустить волосы. Так, вот так. Я думаю, Ёж уже освоился в этом образе, да. Так, пойдем покрасимся. Пойдем. Я выбираю, вот цвет мне очень понравился в прошлый раз, мне кажется, Ёж он тоже понравится. А, ой, давай я тоже такое возьму. Слушай, симпатично, да, мне нравится, отлично. Пошли выбирать лицо. А я рекомендую тебе выбрать вот это лицо, которое я брала в прошлый раз. Слушай, идеально, по-моему. А я бы сбегала в VIP-комнату, посмотрела, что там за лица, или я бы взяла, вот это лицо. Все, по-моему, я тоже выбрала. Ой, ну, слушай, ну просто идеально. Да, я думаю, тут даже, знаешь, никакие сумочки не нужны, ничего, нужно только выбрать что-то на голову. Так, пойдем. Вот это вот, да, вот это вот очень сложное, я хочу сказать. А, ну, ничего, у нас есть и здесь вот предметы. Бантик! Да, смотри, какой-то бантик. Бери его. Ну, вот как-то так, не знаю даже. Я считаю, идеально. А может, покрасишь его в черный? Ой, ну нет, уже голубенький. Уже голубенький тоже пойдет. Хотя, не знаю, можешь проверить, какой будет лучше. Так, ну давай. Ну, нет, определенно черный. Да, определенно. Так, 40 секунд осталось. Пойдем посмотрим, может, там еще какие-то аксессуары есть. Но я предлагаю крылья, конечно, не брать, потому что и так очень-очень хорошо все выглядит. Ну да. Ульян, смотри, можем взять по кулончику? А я вот возьму вот этот вот, а ты бери вот этот с синеньким вот камушком. Так, ой, а мне уже нельзя. О, ну не успела. Ладно, ничего страшного, я думаю, что и так все отлично. Я надеюсь, что всем понравится наши образы. А особенно Ёше, когда он посмотрит это видео, кстати, да. Да, да, я тоже надеюсь, что Ёше понравится. Ну, потому что мы так старались. Ну да, я думаю, подбирали все так тщательно. Идеально подобранные костюмы просто. Да, вот особенно в этот раз прям... просто идеально. О, моя очередь, так. Боже, это так странно. Мне очень нравится. По-моему, я немножко тело не поменяла, высоковато у меня юбка надета, но ладно, ничего страшного. Итак, мы так долго ждали этого, о боже. Новость программы. Ульяна, это прекрасно, вы просто идеально подбираете костюмы, мне очень-очень нравится. Еще бантик сзади, ты видела на спине. Да, слушай, да, ой. Вот это да. Как? Слушай, на пьедестале. Мне очень понравилось. Моя самая крайняя одежда. Вот, да, я даже не знаю, почему меня даже нет на третьем месте. Осуждаю. Знаешь, Ильян, я вот так вот подумала, что, возможно, просто эта игра не может полностью как бы выбрать. И нет такого большого выбора. Я вот, знаешь, я вот тут в Роблоксе немножко посмотрела, пока мы выбирали костюмы. Тут есть кое-что, что тебе может понравиться. Давай я тебе, наверное, покажу. Потому что, ну, знаешь, вот после того, что я здесь увидела, это не очень даже, не хочется играть там в показы мод. Можно просто сразу в Роблоксе, кажется, Ёж переодеть. Ну, в принципе, логично. Как ты смотришь на это? Давай, с удовольствием посмотрю, что ты выбрала. Сейчас я тебе покажу. В общем, Ульян, я тут нашла несколько разных костюмчиков. Так. Такой вот довольно интересный, но это немножко не тот, который собирается из двух частей есть, да, вот можете сзади посмотреть на него, но мне больше нравится вот этот костюмчик. И как бы следующий лет я рекомендую тебе купить, наверное, их два и примерить, посмотреть, как это будет выглядеть, как бы, почему бы и нет. Слушай, ну хорошо, потом, ну ты мне будешь помогать, что лучше будет подходить? Да, конечно, я думаю, что нам надо будет где-то еще на это посмотреть, вот, но здесь вообще, по-моему, идеально, я даже не знаю, эту мордочку.
котик и лапка. Вот это очень даже интересный костюм. О, мне уже нравится. О боже, Ульян. Ульян, это просто нечто. Это потрясающе. Я считаю, что очень... Да, это прям отличается. Немножко слишком коротко, я бы сказала, конечно. Ну, соглашусь. Как-то открытые плечи чересчур, и ноги, и, в общем, да, и все, и шея. Ну, такое. Там были еще варианты. Давай, мери следующий. Я хочу очень посмотреть. Так, давай. Ну, тут хочу сказать, что уже немножко получше. Ну да, бантик так, тут такой висит. О боже. Но тем не менее, все равно как-то так достаточно открыто. Но в принципе тоже ничего. Мне кажется, стоит проверить третий костюм. Он должен быть поинтереснее. Давай, давай. Мне он, знаешь, мне он сразу больше понравился. Мне уже не терпится увидеть, как он будет на тебе смотреться. Слушай. Вот. Ой, ну да. Это идеально. И знаешь, можно подумать, что это котик, а можно подумать, что это шибер в маске. Ушки есть, усики есть, по-моему. Да, ты же такая лапка. Слушай, по-моему, просто идеальный костюм. Знаешь, мне кажется, что нужно узнать мнение Ёши на этот счет. Он же как бы вообще не в курсе. Может, ему другой вообще понравится, правильно? Нужно же как-то, чтобы он... Ну, логично, да. Тоже... Давай я сейчас как-то его позову. Просто он тут вот как бы в другой комнате, и он не знает, что хорошо. Мы тут с тобой записываем. Я думаю, что мне будет... немножко страшно. Да ладно, это же мы вместе придумали. Да мне кажется, ему понравится. Ты смотри, как миленько выглядит. Ну да. Ёши, иди сюда. Ёши, привет. А мы тут, тут пока смот устроили с Ульяной. Вот посмотри, как тебе. Осуждаю. Где нет. Ульяна? Ульяна, осуждаю тебя. Вот могу дать тебе. Привет, Ёши. Наушник. Спасибо. Могу дать трубку, вот послушай. Ульяна, да. Здравствуйте. Ульяна, что вы можете сказать свое оправдание? Ну, красиво же, Ёша, смотри, ну красиво же. Я не пойму, вы туда же, вы хотя бы предупредили, я не знаю, у меня весь паблик у меня забит этими рисунками. Не, я, конечно, я не против, я понимаю, там все такое искусство, но вы туда же. Тут лапка, тут мордочка, да, и чулочки один выше другого. Я, кстати, я видел, я, по-моему, видел вот верхнюю часть, я где-то видел уже в каком-то аниме, по-моему. Ну, в общем, Ёж, теперь это твой костюм. А можно мне его снять или нет? Ну вот, будешь играть, сам и снимешь, а мы будем играть так. Да, Ульян, пошли прыгать. Да. В общем, это, вы теперь видите, уникальный номер, когда Ёша проходит дабр в этом костюме. Можете запомнить. А я думаю, что сильно много не надо, да, показывать, Ульян, слишком как-то, да, вот, хорошего понемножку. Да, соглашусь. Я правильно понимаю, то есть я отлучился сначала из дома, потом я просто посидел немного в другой комнате. Думал то, что вы тут записываете что-то, не пойму, такое интересное. А мы там очень интересное записываем. А вы тут меня... Я вам такой такое. Скандал учиню! Ульян, беги, наверное, переодевай Ёши, а я его отвлеку. Все, ухожу. Ладно, играйтесь, записывайтесь и пока, в общем. Чтоб я, когда взял аккаунт, чтоб этого не было. Ну ладно, может быть, все-таки оставишь, но это очень прикольно. Если только на одно видео. Ёша, в инвентаре оно все равно есть, ты ничего с этим не сможешь сделать, так что... Ну ладно, да. Там три варианта, может, тебе какой-то другой больше Боже понравится. Боже мой, три варианта! Какой кошмар! Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравился такой вот челлендж переодеть Ёши, и мне вот очень... Я такое удовольствие получила, я думаю, что Лана тоже. Да, по-моему, отличный костюм. Да, поэтому на этом все, ребят. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! Пока! А мне прощаться надо? Ну, как хочешь. Можно. Пока!